Всем здравствуйте. Пошли мы с Шорохом погулять. Да, Шорох? На прогулку его вывел. Дорога вот у нас начинает протаивать. А снегу еще так много. Все, айда. Чего-нибудь, может, увидим. Хотел сначала на вороне съездить, чтобы он у меня к коню привыкал. А ворон у меня сегодня уже устал кататься. Дали. Ой. Пошли пешочком прогуляться. Чтобы побегал. Шороху без двух дней. 9 месяцев. Скоро, глядишь, уже и годик. Как-то вот так вот, вот, в общем, снег тает. Сегодня где-то плюс 4. Четверг, по-моему, сегодня. На субботу плюс 6. Ну и там потом минусов как таковых уже нету. Там небольшой минус. Сюда один, там минус 2, наверное. Есть на несколько дней. Дождики. Так что неделя-две, и снег сойдет. Будем фотоохотой заниматься на копытных. В общем, вот так вот тут гуляем. Чего-то унюхал вроде. Пытаемся еще с Шорохом веревочку изучать, поводок. Что это такое? Ни ошейника ни разу не было одето. Веревку вот второй раз попробовал вчера в ограде. Он там весь с ума исходил, в грязи вывалился. И сейчас одел. Что? Не так страшно, да, Шора? Не так страшно. Все, пошли. Айда рядом. Засранец. Паразит. Не хочет ни в какую мириться. Айда, пошли. Пошли, айда. Ты засранец.
Пошли. Пошли. Ну, видишь, не страшно, айда. Молодец, молодец, айда, айда, рядышком, айда. Ну. Все, все, не пойдешь дальше домой, не пойдешь? Тут тебя привязать. Пошли. Да, пошли. Вот так вот, в общем, сходим с ума. Но ничего, у нас еще месяц впереди с тобой. До 4 апреля надо натренироваться. Поедем, если все получится, на районную выводку. Че, устал? Пошли. Пошли, 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 айда. Айда, домой идем. С 10 месяцев сказали. Вчера позвонили, нас пригласили. Так что, чтобы по рингу ходить, да? Как мы по рингу пойдем? Давай тренироваться будем. Пошли. Айда, 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 пошли. Вот так вот, в общем, у нас обучение проходит. Сейчас чуть-чуть пройду, отпущу его, пусть побегает, чтобы не боялся. Все, пошли. Доволен? Без ошейника-то. Доволен? Морда довольная, да? Шорохом гулять. Тут косуля у нас держится. Сегодня где-то плюс 6, наверное. Сейчас на вороне катался. Только приехал на вороне, решил шорохом прогуляться, пока время еще есть. По следам сибирской косули идем, да? Устал, что ли? Устал, морда. Устал.
начесали. Где-то поди в кусту лежат. Пытается вроде под ветер подстраиваться. Ветер вот так вот дует. Следы жизнедеятельности глухаря. Да, шорох? Значит, где-то здесь есть глухарь. Чё? Снова какашки, да? Снова какашки глухаря. Давай, давай, ищи. Вон, в общем, козлик стоит. Или козочка, не понять. На ветке фокусируется. Ну, метров там, не знаю. 60, наверное, 70. Вон еще. А вон еще. Ага, с рожками. Всегда встают так, чтобы их не видно было. Ну, там два их, по-моему, или три даже с рогами-то. Так что вот так вот. Дверь есть. Наверное, почую. Побежал, побежал. С косулей он не сталкивался, по-моему. Ладно, хоть сбегает. Задавить все равно никого не задавит. Снег вообще, он водянистый. И он устанет быстрее, чем косуля. Что он уже вроде возвращаться. Где-то там он мелькает по березам. Сгонял зверя. А так-то мы шли просто вот за чагой, шорохом. Возьмем и пойдем домой. Надо лечиться же. Да, шорох? Что тут, что-то сыпется с дерева, да? И на коне еще надо съездить. Я еще знаю где. Только там просто так ее не достать. И мы... Но мы достанем. Но это в другой раз. Пока вот эту себе возьмем. По карману распихаю.